И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю снимать для вас ролики. Сегодня у нас не проклятые земли, нет, это просто мой рабочий стол, с которого я решил именно начать. Сегодня долгожданный розыгрыш призов на нашем сервере, где мы сейчас вместе с вами играем. Вот он тот самый пост, который нужно было репостнуть себе, поделиться. И знаете, в чем прикол? Буквально-то я только собирался начать, искал сайт вот этот искал название его. И, в общем, нашел, собрался снимать, опаньки, а поделились-то всего лишь 14, хотя было 15. И в сравнении с лайками и репостами можно узнать, кто же этот человек, который удалил свой репост, не дождавшись розыгрыша. Ну да и ладно. Как говорится, удалить репост легко. То есть вот, удалил запись, все хорошо, у меня этого репоста нету. И для чего я это сделал? Смотрим. Оп, 13. Собственно, для этого я и сделал, чтобы у вас было куда намного больше шансов. Видите, 13, все просто замечательно. Соответственно, я уже не выпаду, а значит, минус один человек в розыгрыше. Это означает, все просто замечательно. Копируем ссылочку репоста, точнее, копируем ссылочку поста. Вот он сайт, давайте даже обновлю страничку, чтобы все было по чесноку. Вставляем. Че я скопировал? А, ну да, все правильно, там же YouTube канал, господи. Я думал, я ссылку YouTube скопировал. Город победителя не важен среди репостнувших. Так как я не говорил, что участие в группе обязательно, убираем ссылочку, галочку, и выбираем трех победителей. Первый получает мантикору. Второй, если ему нужно, получает Рекса, как я уже и говорил в видосах. Ну а третий, если он будет нужен, получает Индоминус Рекса, тот, который на видео. Все легко и просто. Как говорится, если нужно, берите. Если не нужно, я так и скажу на серию, что не нужно, и кому-нибудь другому дадим. Кому он будет? Они будут нужны, потому что мне не нужны, они сейчас занимают у меня немало места, и с ними очень тяжело. Конечно, мантикорка здорово летает, хорошо, дамажит неплохо, но я бы ее вкачал. Но прокачку я оставляю именно вам. Да-да, я тяну время, чувствуете вот это, чувствуете напряжение? Вот это вот, уже 3 минуты прошло, а я еще не сказал победитель, а тут-то всего-то нужно нажать эту выбранную кнопочку. Выбрать, нажимать. Эх, да многие уже перемотали видос, когда я нажимаю, так что поехали. Чпонькс. О! Ваня Каменев, Олег... Ой, блин, извини. Олег Гродский и Алекс Махабатин. В общем, про Алекса я знаю, что ему точно Доминус Рекс этот не нужен, потому что он даже про мантикорку говорил. Ваня, слушай, Ваня. Это вроде бы ты же... Ладно, не буду говорить. Ладно. В общем, вот они, три победителя. Мантикора, Рекс и Индоминус Рекс. Если вам это нужно, ваши призы, пишите в комментариях под этим видео. Ну и в личку-то я вам тоже напишу. Так что, так сказать, чтобы все люди знали, что вам нужно, либо не нужно. Вот, в личку я вам обязательно напишу, так что не переживаем. Всем в личку напишу, кому что выдам. Всего. Такой вот розыгрыш, не знаю, весело он был или нет. А в дальнейшем я буду разыгрывать также, но я хочу разыгрывать не просто динозавров, да, а разыгрывать буду тех, кого я сам притомил. Ну, как вы думаете, какие вам динозавры куда будет интереснее? Те, которые я притомил на видео и вам подарил, и у них будет приписка «притомил». Я, ну, притомил Ксеногерс будет. Ну, это ж я все равно. Вот, или же кто-то левый.
Я думаю, вам будет куда интереснее смотреть на своего динозаврика и понимать, что да, это тот самый динозавр, которого притомил Морибита. Так что, в общем, на сегодня уже все, победители объявлены. Ждите новых конкурсов и смотрите мои видосы. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Ну а на сегодня все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.